Вот с помощью этого парфюма ты отгонишь Рано. Меня, а не комара. Так, непоганий капелюх. Але знову ж таки, вона їде засмагати туди окуляри, бачу, шляпу, чи зі мною там цілуватися, а? Ну зато зубна щітка способствує тому, щоб ваш поцілуй був гораздо дольше. І свіжіше. Ні, ну це правильно буде. Ніс. Дуже доречно, тому що нам же ж треба щось їсти, да? Раптом якось кабана зустрінемо, треба щось зробити. Вогонь, вогонь. Тобто ця дівчина, вона думає заздалегідь наперед. І, внимание, зеркальце, которое можна розламати на дві части, одно для тебе, одно ставить себе. Як романтично. Непоганий набір, п'ятірка. Робінзон Крузо. Посмотри, какая пиратская шляпа с лебяжьим пухом, что тоже является трендом. Так. Не, ну это, до речи, непоганий. А это что? Давай посмотрим, что это такое. О боже, это же губная гармошка. Честно? Да, точно, это губная гармошка. Вот за это реально супер, потому что это будет поднимать нам настрой. У нас еще вечером будут концерты и за гармошку пятирка. Это точно я выбираю. Но правила этого тура, как и в общем-то каждого в нашей игре, совсем обратные. Нам нужно понять, кого мы исключаем. Мой выбор между первым и третьим номером. Ванильные духи, вода и спички против зубной щетки, больших солнцезащитных очков и большой шляпы. Ни гламура на острове. И да, чему? И да, первому номеру. Отлично, тогда мы исключаем точно поднос с номером 3. Я бы очень хотела пригласить обладательницу вот этих вот вещей. Ее зовут Надежда, спускайтесь к нам, Надя. Чтобы не так соромно было дивитись. Нет, советский репортер ты наш. Знакомься, возьми интервью у этой леди. А вы до чего глаза опускаете? А почему ты не могла мне подсказать, что не треба было это? Так Надежда, Виталий, вам есть что сказать друг другу. Я какая-то жертва гламура на этой передаче. На самом деле это очень необходимо, мне кажется. Ну, чтобы лицо не обгорело. Чтобы разглядеть, вдруг там кто приплыл. А почему жертва гламура? Очень даже все красиво на вас. Надежда, благодарю вас за участие в этом шоу. Вы сражались достойно. Дякую вам. Я оставлю вам зубную щетку, чтобы вы обо мне вспоминали. Ага, она оставила ему зубную щетку для воспоминаний. Гламурным девчатам не місце на незалюдненому острові, вирішив Віталій. Отож, Надю, слід було брати з собою сокиру, сірники та сигнальні ракети. Ми переходимо в следующий тур. Я уверена, що нам понравиться і душа, і внешність. 5 претенденток на серце Віталія. И 5 комплектов купальных костюмов, которые, не знаю, нужны ли в Париже, но на Лазурном берегу такие точно могут пригодиться. Нарешті той конкурс, який приносить задоволення, це тобі не косметику обирати, а це тобі купальники. Це вже приємно, це вже щось, це вже можна потрогати, зрозуміти. Давай, починаємо зліва. Знакомься, да, знакомься. Як звати дівчину манекен? Хороше ім'я. В принципі, оригінально. А втілки на труселях, але чудово було на це бікіні, чи це як просто купальний А чому костюм? Але автівки на труселях? Чому але? А вони що, тобі заважають, чи що? Оригінальніше б було, наприклад, ананаси. Ну, машина теж непогана, але уявив, тут ананас, от тут якісь овочі. Тобто тобі хочеться, щоб це була вкусна сладость. Хорошо? Да. Оцінили. Що ти скажеш насчет цього мінімалізму? Оце те, що, власне, мені і подобається. Чим менше, тим краще. Дуже зручно, я так розумію. Ну, ти ж розумієш. Он зробив це! Доля секунди таким професіональним движенням, як будто він цілими днями цим займається. Боже, щось воно пахне. Непогане, непогане купання. Лучше вміти знімати, ніж надівати. А ну потримай. Ой, кому ти так зараз запущався? Хтось червоніє, червоніє. Потримай, його треба застібнути. Чому? По-моєму, так теж неплохо. Ну, а з діти дивляться. Простите, нічого личного. Я там маю, не треба тримати, я там буду тримати. Дуже непоганий купальник. Так, спасибо. Спортивний, в ньому вранці можна бігати. Де ми там будемо? В Парижі там... Ну, в Парижі є де бігати, так, але вряд ли в купальнике. А вот! О, какая странная текстура. Это бархат?
Ну, да, вот что-то похожее на бархат. Тебе это не напоминает детское полотенце? Вот в детском садике что-то было похожее. Оно я, как дитинка, буду вытираться. У нас вот дальше такой вот необычный экспонат. О, схоже на гортензию. Ну, это точно намек. Это точно опять намек на Мадонну. Давай делать выбор. Какой купальник тебе понравился меньше всего? Давайте почнемо з кінця. Напевно, що мені не подобаються ось ці два останні купальники. І... От, який не подобається, такий і знімай. Та-да-да-да-да-да. Напевно, що я оберу ось цього манекена. Знімай. Зачем он нам нужен? А верхню частину, чи нижню, зачекай. Как хочеш. Ну, от що хочеш зробити з цим купальником, то і делай. Він в твоєму розпорядженні. Ну, добре, ми знімаємо. У тебе це так добре вийшло? Але потім я одягну на учасницю, так? О, Боже. Это Кристина, кстати, познакомьтесь, она сейчас еле-еле переносит. Сейчас ты посмотришь ей в глаза. Ты сейчас можешь надеть и померить размер. Не бойся, Кристина добрая девушка, она не кусается и не дерется. Можно я вам одягну, ну, на сгадку? Не, ну попробуй как бы, я сделал неправильный зараз выбор, и я даже шкодую. Ну что ты хочешь, есть? Можно? Що? Можна. Що ти робиш, Вася? Може, я соромлюсь. А на вас зараз є, так? Да? Є? Мені все. Ну, давайте... Ну, якщо вмієш знімати купальник, то пора вже навчитися його і надівати, хоч на платі. Спасибо большое, Кристина. Дякую. Ну, все-таки дотягнувся. Доведеться Христині та мотужки натирати себе кремом для засмаги. Махровий купальник нагадав Віталію дитячі рушники. І дівчина залишає шоу. Ми приступаємо до наступного туру. У нас залишилось всього на 4 учасника. Віталій вже сказав огевуак шістьом учасницям. Йому не сподобалися автовідповідач Марини та купальник Христини. Також хлопець відмовився жити з Надією на незалюдненому острові. Та попереду ще 4 кроки до романтичної подорожі. Це шоу «10 кроків до кохання». Шоу, где о красоте девушки судят по содержимому ее косметички. У нас в гостях Виталий, который выбирает себе претендентку для путешествия по Шамзелизе. От Елисейских полей до Триумфальной арки, мимо кафешек, магазинов. Конечно, много чего интересного в Париже. И много чего интересного можно сказать о девушке, глядя, например, на ее фотографию. Очень много фотографий детских, они заслуженно лежат и пылятся в шкафах. Мы можем сейчас их перевернуть, их немного, но мы зато можем над ними покумекать и, может быть, что-нибудь разузнать о наших девушках. Начнем. Какая прелесть! У тебя очень маленькая, поедешь в Париж. Ой, какое платье. Все есть. Дуже хайно, щира девчонка. Обеспеченная семья? Ты это хочешь сказать? А чему? Если все есть. Гарна дівчинка. Да, конечно, була в дитинстві. Я не знаю, яка вона зробляє зараз, але в дитинстві була красуна. В дитинстві. Ну так, нічого плохого, конечно. Що ж можна говорити плохого о дітях? Відкриваємо. Ми просто пытаемся раззнати что-то о своєй будущей. Вау! Машенятко. Экстравагантно. А кем только ты не был в детстве? Кем ты был? Зайчиком. Медведем був. Ви би стали неплохою парою. Медвідь. Подобається фото. Та мені всі діти. Це ж всі діти, вони малі. Як можна не подобатися? Так. О! Опа! О-ля-ля! О-ля-ля! А що це за костюм? Не підскажеш? Атоса? Атос? Партоса? Арамиса? Арамис. Девочка задумалась. Тобто розумна, мудра. У нас осталась последняя фотография. По всем из них можно судить о том, что девочки любят ролевые игры. И не только ролевые игры, але и помнишь, что это? Да, это маленькая лошадка. И действительно, очень видно старая, но любимая фотография. У тебя есть такие фотографии? На зубра. У меня есть, а треба? На каких животных ты в детстве любил кататься? Ні, невеличке авто зеленого кольору, навіть були, номери були. Как же обезьянки, попугайчики? Ні, не були, так не люблю. Ти ж маєш на увазі живіт, коли на морі? Ні, я просто ненавид, я хотів підійти і просто вдарити та людину, яка знущається над бідними тваринками. У тебя будет возможность это сделать в Париже, если ты такого встретишь. Ты уже вырос и сможешь свои мечты воплощать в реальность.
Если на детскую фотографию посмотреть с точки зрения того, что, например, дети обычно похожи на своих родителей. И что ты мне хоть зараз этим сказать? Ну вот как бы ты хотел, чтобы выглядел твой ребенок? Чтобы была чернявая, ну, можливо, блондинка. По-моему, ты же не это думался об этом, да? Але рыжая мне подобается, але дети хочется, чтобы были або чернявые, або беленькие. Ну, не руди, не руди. Виталик сейчас скрупулезно пытается найти рыжий пигмент в детских редких волосиках, потому что не нравятся Виталику рыжие дети. Не хочет Виталик рыжих детей. И сейчас одна из наших рыжих, почти рыжих участниц уже все крепче-крепче прикусывает губу, да. Не знаю, мабуть, що фото оберу, але це діти. Як я можу обирати дітей? Ну, вони всі дівчата, красиві. Ну, не знаю, ну, мені не подобається це поні. Хорошо, сказав, як отрезав. І так, вот эта фотографія приятної, миловидної, скромної дівчинки принадлежить дівчинці по імені Юлія. Дійсно, як можуть розмітися діти? Ничего, куда делись белые волосы? Где же Боня, Юля, куда же? Это та Юля, как играла гумку, не помнишь? Она мне да, спочатку запомнилась. Это роль жвачки в спектакле. Да. Червоная сукня, червоное взуття. Я вся такая у вас интересная жизнь, да, если о вас говорят такие интересные факты. А счастье было так возможно. И так близко. И так близко. Юля, держите свое фото. Але я нічого не маю проти фото, ви розумієте? Ну, звісно. Ви підросли, ви виросли вже. Підросла, так. І дуже непогано і круто виглядає, дуже стильно. Я бажаю вам вдачі, окрім цього проєкту. Дякую вам, Юля. Якби ж то Юльчині батьки знали, яку рокову роль в її житті зіграє маленьке поні, заборонили би доньці навіть наближатися до зоопарку. Отож, дівчата, хочете зустрічатись з Віталієм? Забудьте про їзду верхи. Ну что, мы вынуждены будем перейти в следующий тур и не задумываться настолько серьезно о своей судьбе, которая может повернуть очень резко. Например, завернуть на одну из парижских улочек. Все уже краще. Три претендентки на руку и сердце Виталия. Ни одну из них он уже, по-моему, не помнит. Он видел всего лишь 30 секунд в начале программы, и он уже знает очень много мелочей по тем деталям, которые девчонки успели о себе рассказать. Итак, три претендентки. И у тебя сейчас будет возможность...